Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки, ниндзя, легенды. Забираем свои награды. Так, я в Лиге Мастеров 3 звезды. Единственное, хотелось бы узнать, я остался там или меня сбросили. Так, открываем свою колоду. Мутагеноид выпадает нам. Шикарно, так, задание. Так, мы с тобой выполнили. Поднять уровень персонажа, пройти одну серию испытаний. Это все понятно. Мне хотелось бы посмотреть, где мы с тобой находимся. А ну-ка. Да ладно, опять меня скинули. Я в Лиге Мастеров, как ты видишь, ранг у меня 43. Опять придется подниматься наверх. Но вначале выполним задание. Вначале выполним задание. Короче, нам нужно с тобой кое-что найти на нашего Шархана. И это у нас 3 катушки с пленкой, почему бы и нет. Давай попробуем быстренько найти. Опачки, одна есть. Давай сразу вторую. Нет, мне дают доску для серфинга. Ага, вот она, вторая выпала. И последний, пожалуйста, есть контакт. Друзья мои, прокачиваем до 3-й ступени мы с вами морозный луч. 5000 мутагена пришлось потратить, ничего себе. Так, ну что ж, давай попробуем найти с тобой. Ага, маяк нашли. Для нас это проще. Так, 10 видеомагнитофонов и 14 кружек. Ну-ка, начнем с магнитофонов, наверное, да? Ну, портрет короля. Тут мутаген. Опять мутаген. Сейчас специально будет, да? А, нет, вот, дали видеомагнитофон. Все-таки нашел один. И все на этом, скорее всего. Скажут, хватит тебе. Да, ребят, я выполнил задание. Давайте заберем награды. И нам нужно будет поднять уровень персонажа сразу же. Кого будем апать? Мутагена мало, 7500. И это, наверное, будет Джастин. Как ты думаешь? До 55 уровня его прокачаем, чтобы было как бы красиво, да, смотрелось. Так, друзья мои, еще я хотел, знаешь, что сделать? У нас испытания все пройдены, да? Но я хотел пофармить. Пофармить именно Шреддер. Кстати, подожди-ка. А мы же сюда с тобой не ходили. Точно. Так что, друзья мои, наверное, мы сейчас прогуляемся. Кстати, и персонажи, в принципе, не так, чтобы слабенькие, но и не сильные. Как думаешь, сможем здесь выиграть? 61 уровень Змея Карай плюс Паукус. Будет напряженно, но я хочу попробовать. Если мы с тобой здесь не пройдем, естественно, я пойду лучше фармить Шреддера. Не Шреддера, а Супер Шреддера. 3 волны, друзья мои, у нас. Начнем, наверное, мы с Макмана. Опа, неплохо, кстати. Просто теперь укусим. Этот наверняка возьмет провокацию, если успеет. Так, Змея Карай делает крик. Замедление сработало только, как мы видим, на кошку морозильную. О, друзья мои, что-то как-то... Что-то совсем все плохо у нас здесь. Так, смотри-ка. Ну, я так и думал, ребята, провокацию. Естественно, Тимати берет провокацию. А этот хилять будет, да? Подхалим, чертов, а? А ну-ка, давай вот так вот сделаем. Заблокировали способности. А этот еще ускорялку врубает. Посмотри на него, а? Опять у нас в этой команде нету хила, что очень плохо. Тимати, ты куда лезешь-то? Нашел кого бомбить. Зека. Молодец. Так, постепенно урон висит. Ну-ка, если вот так просто... Да что ж такой сильный-то ты, а? Ты посмотри, я его не могу пробить. Ребят, 70 уровень не поддается мне. Ну-ну-ну-ну-ну, успокойся. Успокойся, парень. Так, Карайка опять не добивает. Есть контакт. Друзья мои, это у кого? А, это у меня у Армагона, да? Броня повисла. Понятно. Слушай, ну морозильная кошка, ребят, на изи. Должна разобраться, надеюсь. Так, что он там опять придумывает? Комочек, да? В паукуса. Это была только первая волна, друзья мои. Мондагека со своим ускорением. Так, ну что, давай, наверное, бросим бомбочку сюда. Предположим. Так, и попробуем теперь валуном их прибить. Так, Кейси выжил. Выжил Кейси. Я боюсь, ребята, за паукуса, если честно. Мне кажется, его разберут. Железноголовый Мондагека, блин. Этот еще из провокации, насколько мы помним. Что? Блин, наверное, я не знаю, Рокл имеет массовую атаку. Давай попробуем, наверное, вот так вот сделать все-таки. Заблокировали. А теперь попробуем понизить им атаку. Есть контакт. Теперь, по идее, нам, наверное, все-таки добить нужно Мондагека.
Кирби. Кирби будет, наверное, хилять, я больше уверен. Так, смотри, смотри, что делает. Хиляет, естественно, друзья мои. Кто бы сомневался. Ну, попробуем замедлить их. Не получилось. А этот взял провокацию на себя. Ну что же, у нас нет варианта, только лишь пробивать железноголового. Давай попробуем вот таким вот суперударом нашим. Прокусим его или нет? Есть контакт, друзья мои. Так, этот делает защиту дополнительную. Так, я боюсь, ребята. Нет, 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 не надо. Друзья мои, нам пока везет. Но я не знаю, как у нас дальше пойдут дела. Либо мы с тобой уничтожаем сейчас Кирби. Так, Роквелл там уже на подходе, друзья. Я не знаю. Попробуем как-то, может, замедлить. Получится? Нет. А если так? Слушай, он все-таки добьет, мне кажется. Твою же налево, ребят, нам чуть-чуть еще и массовую атаку делает. Слушай, мне кажется, можно было бы пройти здесь идеально. Да, постепенно урон его уничтожил, можно было бы пройти. Почему я не могу понять, у паукуса так мало жизни осталось? С чего вдруг? Где он успел так много потратить? Ладно, снаряжение союзники мы с тобой получаем. Естественно, дальше нам лучше не соваться, потому что здесь уже 80 уровней, и я в любом случае не смогу их пройти. А вот что насчет фарма, то да, вот здесь можно рискнуть. У нас с тобой 64 сыра. Поехали. Есть контакт, друзья мои. 5 ДНК на Супер Шреддера. Можно даже спокойно переходить вот сюда. Поехали. Ой, подожди, не то делаю. Не то, ребята. Нам нужно вот это. Так, 8 серебряных осколков, это ерунда. 3 Шреддера. Ну, неплохо. Какой пинокль, а? Издеваешься надо мной, что ли? $2 еще лучше. Кружка. Есть контакт, ребята. И еще 4 ДНК на Супер Шреддера. Переходим сюда. А у нас нету сыра. У нас он закончился, к сожалению. Друзья мои, у нас заканчиваются телепорты. Поэтому, с вашего позволения, я приобрету 250 штучек. Как обычно мы с вами и делали. Так, что у нас там? Пройти серию испытаний. Давай пробежимся. Вот это вот сейчас... быренько пройдем. Ну и остается у нас только лишь сегодня арена. Завтра воскресенье, а послезавтра понедельник. Ну, в понедельник, естественно, мы с тобой будем переводить кого-то в платиновый ранг. Кого-то. А вот кого? Пока еще, ребят, не определился. Вы, я так понимаю, тоже не определились. Кто-то там говорил морозильную кошку. Но я, ребят, честно говоря, не очень хочу именно морозильную кошку переводить в платину. Может быть, Ваньку? Ваньку Стиранка. Может быть, а кто у нас еще там приближенный? Паукус, да? А, Змейка Вьюна просили. Типа у него две массовые атаки. Как бы он хорошо будет заходить. Так, тихо, секунду, ребята. Здесь у нас Хан, давайте-ка быстренько его положим. Баньки. Именно он-то как раз и не пошел спать. Все улеглись, а он выстрел. Ну что, друзья мои, идеально прошли. То есть мы сейчас забираем с тобой награду. Последний, да, что у нас там осталось по накопительной. И побежим с тобой на арену. Так, давай. Раз и два. Отлично все. Так, в магазин зайдем и посмотрим, что у нас в предметах. Отлично, друзья мои, удачи. Рокстеди, мы можем с тобой приобрести 5 ДНК за 4000 сюриков. 79, да? Что мы можем взять? Так, мы хотели с тобой, по-моему, копить на Микеланджело, да? Ну, а почему бы и нет? Продолжаем, ребята, копить на него. По жетонам 595. Не хватает совсем чуть-чуть нам. Ну, ничего страшного. Так, мутаген, это все понятно. Так, 43-я позиция. Лига мастеров. 2 звезды. Нам нужно из этого болота выбираться. Так, и, кстати, очень мало у нас с тобой откатов. Маловато будет, но я думаю, что здесь мы должны справиться. Возьмем, наверное, с тобой вот этих вот ребятулек. В принципе, у Сэнги вместе с Леонардо должны порвать в хлам. Кроме одного. Где-то здесь 76 уровень затесался, и это у нас Майки. Именно ролевик. Ладно, давай смотреть. Опачки. Ну да, скорее всего, ребята, он выживет, потому что у остальных... здоровье, как говорится, уже не к черту. Хотя Донни, опять Донни. Опять Донни. Там какие-то жуки ползут, видел? Побежали. Какие-то клопы или кто там, я не знаю, тараканы.
Ну что, двигаемся с тобой тогда дальше. Посмотрим, куда мы с тобой переместимся. И я думаю, что это будет 35-я где-то позиция. 33-я. Слушай, ну возможно нам хватит. Возможно хватит дойти до 50-го места на Лиге Мастеров. Одна звезда. Но загадывать лучше не будем. Так, секунду. Тут майки. Короче, если сейчас Усаги делает постепенный урон на Микеланджело, то все тип-топ. Если же нет, он, скорее всего, поставит уклоняшку. Мы тут замучимся с тобой всех пробивать. И, возможно, даже будут потери с нашей стороны. Но вроде бы да, ребят, все отлично. Все отлично, и Леонардо... Твою же налево. Тихо, паукус. Не падай, родной. Нормуль. Ну, тут тоже нам с тобой повезло. Отлично, давай двигаться дальше. Кстати, вот то, что мы с тобой заработали 4 ДНК, да, и 5 ДНК в общей сложности, 9 ДНК на супершреддер, это классно. Поверь мне, это классно. То есть сразу 10 ДНК получили. А у нас там, по-моему, было 30, да, становится 40. Еще один день у нас впереди, может быть, также фартанет. Хотя не факт. Но вытянуть еще бы хотя бы десяточку было бы неплохо. Так, ладно, ребят, давайте будем здесь определяться. Олег. Ну, а почему бы и нет? Давай, Олежа. Сейчас мы с тобой смахнемся. И Мондагека. Я думаю, здесь мы должны выкрутиться, потому что, ну, уровень персонажа довольно слабый. Ты видишь, 70-й уровень, да, 71-й. То есть даже, может быть, один Усаги здесь может справиться со всеми. Сейчас проверим. Вот он делает свой крученый удар. Тихо, ты, Сплинтер, успокойся. Нет, никак не удается. Но если Усаги, например, прокачать до суточки, мне кажется, он бы уже справлялся бы легко. А так, понимаешь, Лео пока идет как добивающий. Ладно, двигаемся с тобой дальше. Какая позиция? 12-я? 9-я. Отлично. Это даже еще лучше. Возьмем, наверное, с тобой Джереми. Так, откатов у нас всего лишь 5 штук остается. 5 штук, то есть это получается еще на 2 боя. Ну, на 3 боя, я думаю, что как-нибудь наскребем с тобой. Не знаю как, но попытаемся. Так, давай, Усаги. Неплохо. Единственное, что ты, конечно, постепенный урон не повесил на Дони. Так, давай смотреть. Ну, Дони ватный. Так, Карайка добьешь? Добила и постепенный урон там уничтожил Рафаэля видением. Ну что же, мы с тобой тогда двигаемся дальше и уже переходим в Лигу Мастеров. Одна звезда. То есть близимся с тобой к топчику. Давай. Ну, позиция будет 98-я, да, наверное, там 99-я даже. Окей. Так, ну здесь выбор очевиден. Наверное, будем брать с тобой Эдуарда. Эдуардо. Вот так вот. Возьму майки здесь. Возьму, наверное, Дони и Железноголового. Я хочу просто сделать так, чтобы у нас еще хватило с тобой на один бой. Так, тут Макман. Блин, я вот, ребята, вспоминаю времена, когда Макман у меня был топчиком. Когда он там всех давил. Да, в то время мне казалось, что круче его быть никого не может. Но потом как-то у меня резко вырвался Леонардо вперед. Ну, опять же, благодаря своему крученному удару, который вот этот у него появился. У Макмана тоже, не забывай, есть массовая атака. Он выпускает этот смерч, который наносит массовое поражение. В принципе, как бы можно было бы и Макмана прокачать. А почему бы нет? Он довольно сильный персонаж, да? Плюс он топает там ногой. А массовая атака. Но у него, да, вот единственное, что очень много одиночных атак. Просто бьет и все. А мне нужно как бы массовые. Ну что, ребята, давайте, наверное, еще сделаем боя 2. Попробуем как-нибудь выкрутиться здесь. Слабенького, если я возьму, ничего страшного не будет. Я думаю, не будет. Если что, Рокзар встанет в стоечку, да, и никто, как говорится, не пройдет. А почему у меня один откатик, ребята? Мы потратим его либо, скорее всего, на Леонардо придется потратить. И добрать всю остальную имбу. А там Рафаэль, там Бакстер Стокман. То есть, в любом случае, победа будет за нами. Ничего здесь нам уже не помешает. Или же можно взять Усаги, чтобы он вешал постепенно урон. И мы с тобой вот так же их на изи разобрали.
Вопрос, кого нам лучше взять тогда, а? Как ты думаешь? Лео или все-таки Усаги? По идее, у Усаги урон получается, как и у Лео. Но при условии, что он повесит постепенно урон. Так, давай определимся. Так, у нас здесь... Ага, возьму-ка я, наверное, Роберта сюда. Раф, Бакстер, Армагон, Зек. Ну, друзья мои, тут можно вообще на изи брать Леонардо. И пройдем даже с закрытыми глазами. Потому что первым пойдет Зек, он бросит свою бомбочку. Замедляшка на кого-нибудь 100% должна сработать. Верно? Верно. Так. Предположим, да? И дальше идет вертушка. Конечно, не все упадут. Один только упал. Но мы применяем с тобой камень Армагона. И все. И поплыли. И поплыли наши противники. Ну, а мы с тобой поплыли дальше. Боев больше мы с тобой сделать не сможем, потому что все, закончилась у нас лига. Место будет где-то, наверное, 69-е, 67-е. Окей. Ну, не хватило дойти нам до 50-го места. Я могу, конечно, купить сейчас, ребята, откаты. Но зачем? Лучше мы накопим с тобой $500, да? Возьмем 20 откатов и, как говорится, сделаем жирную точку. Но она будет уже завтра. Да. Она уже будет завтра. Так, здесь 15 бакинских. А что нам делать остается? Да ничего, ребят. Пока абсолютно ничего. Смятение. Можно, конечно, мутаген, но это я за кадром сделаю. Кто-то просил меня, кстати. Ха, ну давай сделаем. Кто-то просил крутануть рулетку. Давай сделаем. Посмотрим. Ну, конечно же, одно ДНК. Ну, кто бы в этом сомневался, ребят. Я нисколечко в этом не сомневался. Ну. Давай. Есть, друзья мои. Фортуна. Фортуна мне улыбнулась. Наконец-то. Давай посмотрим, кто нам здесь выпадет. Микеланджело, 3 ДНК. Да ладно, вы серьезно, что? О, Кейси, 3. Да блин, что на майке-то все? У меня же... Кстати, у меня с Микеланджело-то что творится? Он же, по-моему, прокачан у меня или нет? Да, ребята, он у меня прокачан, блин. Ну почему на майке? Почему, например, не на Рафаэль тоже прокачанный, да? Ну вот на Леонардо, вот как раз бы ему бы было бы вообще идеально, да? Вот эти вот, сколько там, 15 или 10 ДНК выпало. Вообще бы топчик зашло бы. Но нет, почему-то все именно на майке. Ладно, ребят, у нас еще, по-моему, есть шанс крутануть рулетку. Да? Последний. Подожди, какое смятение? Поехали. Ну. Тормозим. И, ну, бибоп. Бибоп, ребята. Одно ДНК. Можно было, конечно, смятение поиграть, но почему-то сейчас, ребят, нет желания. Нам... Кстати, давай с тобой просто пройдем до Шере... Подожди, какой Шредер-то? Нет, ребята, мы будем сейчас проходить. Я же говорил, что в той серии мы с тобой пройдем вот эту половину. А теперь остается вот эту. Так что поехали. Че это я? Совсем уже, да, друзья мои? Совсем забыл. Совсем у Рея с памятью все плохо. А почему? Потому что нету моего любимого кофеечку рядом. Вот оно в чем проблема. Так, ну и к тому же я после ночной смены, у меня пошли выходные, ребята. Как говорится, недавно только встал. Еще не совсем проснулся. Так, хорош там уже пукать, а? Я не понял, что там делаешь? Змея Карай, отвали. Слушай, я зря, кстати, трачу суперудары, потому что там крэнк не с горами, а до крэнга еще, как говорится, есть черепашки-ниндзя оригиналы. С ними там не забалуешь. И вот тут вот надо уже... Слушай, я, наверное, не буду, ребята, здесь уклоняшку тратить пока. Кстати, на втором канале, скорее всего, ребята, буду сейчас снимать игры. Этот Marvel Avenger, да? Скачал я ее сегодня со Steam, точнее, купил. Так что, ребята, готовимся к новиночкам. И, наверное, на ближайшие дни допройдем мы все-таки с вами Gears Tactic. Я думаю, там осталось недолго. Ну и, конечно, Spiritfarer будет проходить, как говорится, в своем ключе. Как говорится, серия в день. Ну, на выходном, естественно. Так, ну что, ребятушки, мы здесь прошли. Опять же, у нас со здоровьем немножко не ахти. Блин, на оригиналов идти.
Давай, наверное, вот сюда сходим с тобой, да? Сделаем откаты по всему, чему можно. И единственное, что нам придется хильнуться. Ну, хил пока есть, что у Леонардо, что у Микеланджело. Так, Бакстер Стокман, да, значит. Так, я думаю, что, наверное, будем бомбить. Куда ты, Майки, ё-моё, я же говорил, Бакстер Стокман. Так, успеет, интересно, Усаги его заблочить или нет. Успели, отлично, ребята. Так, ну что, будем делать с тобой хил сейчас. Хильнемся, здоровье себе восстановимся. Пойдем уже сходим на оригиналов, да? Ё-моё, вот эта компашка тут выпала мне. Ну что, Бакстер, придется, наверное, тебе немножко потратиться. Одну суператаку надо отдать. Теперь делаем хил. Вот так вот. И блочим кого? Наверное, Шархана в первую очередь. Блин, не получилось. Придется добивать. Тут еще Роксиди, Бибоп. Блин, надо было уклоняшку ставить, ребята. Надо было, я чувствую, ставить уклоняшку. Сейчас сфейлимся. Еще и Роксиди пойдет. Короче, берем провокацию. Беру провокацию, не буду рисковать здесь. Окей. Хилку тогда тратить не буду. Да чтоб тебя. Надо вот этих вот гаденышей бомбить в первую очередь. Эти маузеры, это все понятно, они подождут. Вот здесь, наверное, придется нам, друзья. Давай подлечимся. Все-таки. От греха подальше. Так, что там? Массовое? Нет, не массовое. Да, Рафаэлю немножко досталось. Ну, опять же, откатик у нас с тобой на месте. Да, я имею в виду по уклонению. Так что оригиналов, наверное, мы с тобой завалим. Вот единственное, что провокацию я, да, сфейлил на Рафаэле. Ну ладно, я думаю, что массовые атаки есть сейчас в данный момент. И у Усаги должны, да, они вернутся. Мы даже можем с тобой взять... Нет, не буду менять. Думал взять Рокзара в команду. Хотя мы обычно берем сюда Донателло, да, вместо Бакстера Стокмана. Но сейчас попробуем именно вот... Блин, наверное, не надо. Хотя надо было. На оригиналах надо ставить уклоняшку, ребята. Плюс попробуем заблочить Лео. Блин, массовую. Давай массовую тогда применим. Что делать? Да чтоб тебе, один упал. Ну, этот, как всегда, успевает, ребят. Хоть ты тут что делал, он всегда успевает. Это... Плюс очищение. Да? Сделали, блин, вот попадем. Блин, массовая атака пошла. Уклоняшка сработает? Сработала. Но не идеально. Оу, Лео упал. Что-то новенькое, ребята, у нас тут. Блин, до хила остался один ход. То есть, блин, мы вот мы пойдем сейчас вот на Кренга. Недолеченные. Фу, это низко, ребята. Это низко, потому что нас там может бомбануть Кренг. Он уже давным-давно, поверь мне, зуб на меня точит. Может быть, нам майки не брать, а взять Донни, железную голову и Зека? Что ты скажешь? Нет, возьмем, наверное, вот так вот. Как ты думаешь? Поехали. Первый раз беру такую команду в бой против Кренга. Надеюсь... Не оплошаем, ребят, надеюсь на это. Мы с тобой лишаемся одного хила автоматически, потому что хиллером у нас был Микеланджело. Что-то я за Зека уже переживать стал. Посмотри, как его там бомбят. Давай бросим бомбочку, потому что на Кренге я сомневаюсь, что она нам пригодится. Оу, так у него же иммунитет стоит. Вот это я лопухнулся, друзья мои. Вот это я лопухнулся. Блин, а что, хила-то не будет, что ли? Да ну... Блин, и на Кренга идем. Офигеть. Ты видел, сколько у Зека здоровья? Ох, если мы сейчас с тобой сфейлимся. Вот это будет весело. А сфейлиться здесь пару секунд. Просто потерять одного из бойцов и все, ребята. Кренг, блин. Твою же налево, а. Так. Смотрим, друзья мои. Ну, давай попробуем сделать так. Он ходит. И что, массовая такая? Нет. Твою же налево, ты посмотри. Вот именно про это я тебе говорил. А у него еще плюс большая инициатива. Ну-ка.
Хотя бы, ребята, так. Что нам делать? Блокировать уже нет смысла. Давай попробуем все-таки, ребята, контратаку, защиту. Я не знаю. Не уверен. Ну-ка, пробивной. И сейчас... Твою же налево, ребята. Неужели... Да. Я просто удивился, что выжил зэк. Ты смотри, это просто на волоске от смерти он был, ребят. Ну... Зэк, ё-моё, я не знаю, ты просто фартовый какой-то. Он бы тебя просто ушатал бы. Ну, он выжил. Он выжил. Ой, меня аж в горле пересохло. Да, друзья мои, отлично, все великолепно. Значит, мы с тобой получаем всю фуловую награду и будем сейчас вскрывать все сундучки и, соответственно, пак. Так, ну-ка, кто нам здесь достанется? Леонардо классика, но он уже, в принципе, нам не нужен. Он прокачан на 5 звезд. О, Майки, отлично. Леонардо оригинал, классно. И Рафаэль классика, замечательно, ребят. Вот это нормуль. Так, давай смотреть, что нам выпадет здесь. Так, Острозуб, Стиранка, Аракзар, Мутагеноид. То есть мне ничего такого нового здесь не светит, судя по всему. Да, ребят. Леонардо оригинальный, замечательно. Также Майки оригинал и Леонардо классика. Вот, вот здесь вот отлично. Рафик, Донателло, то, что нужно. Опять же, Лео и Майки. Слушай, ребята, ну я считаю, неплохо. Оригиналов мы тут получили достаточное количество. И это уже меня радует. Ну, конечно, хотелось бы еще классических черепашек как можно больше получать. Но оригиналы тоже это классно, ребят. Так, у нас 23 тысячи мутагена. А зачем мне мутаген? Я никого сейчас апать как бы не собираюсь. Хотя нет, ребят, хотелось бы мне Усаги проапать. 27 тысяч нужно мутагена. Я пойду, наверное, за кадром набью и проапаю его на какой там уровень? На 94-й. Да, скорее всего, так и сделаю. Ну что ж, друзья мои, на этом мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!